Катя Хапилина из 1 Е-класса уже не первый раз приходит на динамическую паузу. Больше всего малышке нравится танцевать в стиле диско. Я уже второй раз на динамической паузе. Мне очень нравится, и с каждым разом все больше. И мне больше всего запомнилось, как мы танцевали диско. Вот, все хорошо прошло. Ты так подтанцовываешь, может быть, ты запомнила какое-то движение из диска? Да. Покажи нам, пожалуйста. Молодец. Именно с такими улыбками на лицах танцевали все дети без исключения. Это завораживающее зрелище не оставило никого равнодушным. А самое главное, у всех детей отлично получалось. Секрет прост. Как оказалось, некоторые из ребят профессионально занимаются танцами. К примеру, Маша Рудая увлекается хип-хопом, и ей самой захотелось выступить в качестве хореографа. Матвей Шафростов из 1 А-класса тоже вдохновился этим танцевальным направлением. Там вот так бежали, понравилось. Ты бы хотела, чтобы такие паузы проходили у вас чаще? Очень сильно. Проводит эти необычные танцевальные занятия ученица 11 класса Александра Ильина, которая уже на протяжении 12 лет занимается в коллективе «Элит Данс» при Лесногородской школе. 2 года из них Саша работает с детьми, поэтому на просьбу директора школы Ивана Шушина проводить такие занятия девушка отреагировала с радостью. Рада тому, что у детей будет какая-то пауза, что они отвлекутся от уроков, встанут, будут развлекаться, чтобы им было весело. По мнению специалистов, динамические паузы носит исключительно оздоровительный характер. Подвижные перемены не только помогают детям поддерживать активность, но и отдыхать после умственного труда и оставаться работоспособными на последующих уроках. Именно поэтому в Лесногородской школе такая динамическая практика в начальных классах будет продолжена. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».